Всем привет! Salut les filles! Enfin, premier box en Belgique! Так начинают бельгийские франкоязычные бьюти-блоги рассказ о данном боксе. Первый бокс вышел в сентябре 2012 года. Данный бокс за декабрь 2012 года увидела его случайно на YouTube и решила себе тоже заказать. Что же мы видим? Вот такую милую, элегантную, такая милая, элегантная коробочка. Duty. Бокс называется Duty Discover Beauty. И птица колибри, несущая зеркало. Так он открывается. Тоже очень милая крышка. И очень элегантная коробка. В Бельгии серая погода, но я наконец-то дождалась более-менее достойного серого освещения. Итак, видите, да? Открывается так, и мы видим вот такой мини. Значит, это мини различные бумажки, я вам покажу, и то, что мы имеем внутри. Начинается с того, что нас всех поздравляют с праздниками, так как бокс вышел накануне праздника. И описаны немного некоторые продукты, которые можно купить только в интернете. Начну с того, что здесь вот такой организатор, органайзер. Бумаги с органайзером, которые может, скорее всего, этих коробочек уходит много, и можно прилепить сюда. Очень удобно, потому что черный цвет подходит. Черный цвет, либо на что вы хотите. Так, и начнем же с первого продукта, как он заявлен в меню. Итак, первый продукт меню. Бинатюр, молоко для душа. Вот оно такое. Это новая гамма косметических натуральных продуктов 100% бельгийская. Мы видим. Сбоку. Сейчас я увеличу. Зум больше не дает. Вот он такой, да. Натуральный продукт и 100% бельгийский. Что? Очень рада. И еще больше радует, что этот продукт валонским сделан вафли. Сделан на основе меда и вытяжки растений. Без парабенов, феноксетанола. Как вы говорили с первого раза, и минеральных масел. Мне стало интересно, что же это все-таки за продукт, и я пошла носить бинатюр. Стало интересно продукты. Здесь гамма продуктов. Упаковка. Нетоксичная, экономичная, экологичная и всякочная. И мне стало интересно, что же они кроме этого выпускают. Выпускают они, также у них есть крем для лица, молоко для тела, молоко для душа, крем для рук и ногтей, для губ и мыло. Очень стало интересно доставка, цена доставки, потому что она бывает ого-го. Ага. Мы пойдем таким путем. Цена доставки по Бельгии 4,99 и за 2 дня. Германия, Франция, Англия 10,99, 2-3 дня. И Италия, Испания поставляют 19,99. Ну, если вы закажете
по Бельгии на 50 евро тут цена будет. Цена доставки будет бесплатно. Если Люксембург, Германия, Франция, Англия, цена доставки бесплатная при заказе 70 евро. И Италия, Испания, цена доставки будет бесплатна при заказе на 100 евро. Очень интересно, посмотрю. Очень приятно, что все-таки это бельгийский продукт. Второй продукт мне очень показался интересным. Называется это Pure. Актив Pure Оксид Цитрик. Дословный перевод это лимонная кислота. 15 миллилитров. Это полная версия, которая стоит 12-20 евро, естественно. Как написано, вы должны взять. Есть такая штучка. Пимпочка. Понадобится вам 4 капли. Наносить надо на лицо вечером, перед сном, и после нанести ваш обычный ночной крем. Этот продукт придает свечение, блеск коже вашего лица и также убирает омертвевшие клетки. Как я поняла, не знаю, это стиль лифтинга, что-то такое. Производится он во Франции. Также была отдельная реклама этого продукта. Здесь вы видите гамму. Здесь вы видите гамму этих продуктов. И написано, что доставка бесплатна до 31 января 2013 года. Мне также очень интересен данный продукт. Решила, так как это полная версия, скорее всего, ей пользоваться надо в комплексе. Ну что же, этот продукт можно заказать только по интернету, как я поняла. Находится в Аксон-Прованс во Франции фирма. Пойдем посмотрим интернет. Да, я зашла на сайт. Кстати, там написано, что доставка бесплатная при первой заявке. То есть, и вы получите 3 бесплатных пробника данного продукта. Что понравилось? Мне понравилось, что здесь есть, видимо, солюсион персонализе визаж. Здесь различные вопросы, на которые я ответила и получила также ответ, какими продуктами я могу воспользоваться для своего комплекса. Вот такие продукты. Мне понравились цены. Допустим, это 13,70 от морщин. Вот этот это Pure в комплексе. Здесь же эмульсия для увлажнения и также еще один крем. Как вы видите, цены 13-12-20 данный продукт, 8-40-13-50. То есть для комплекса полного мне не хватает 36 евро. 35-36 евро. Я посчитала, забыла уже. В принципе, меня это очень-очень странно. Причем, потому что и доставка бесплатная. Очень-очень интересен стал этот продукт. Я думаю заказать полный комплекс, пока не буду им пользоваться. Он годен до сентября 2014 года. Третий продукт. Подверг меня в недоумении, немного негодования. Я подумала, зачем же он мне нужен. Этот шампунь, сухой шампунь фирмы Клоран. Сделан на основе молока Avon, то есть молока из овса. Так он переводит. Да, он здесь 50 миллилитров.
Это походная, так сказать, версия. Полная версия его 150 мл и стоит на 10,80. Особенно мне понравилось, сейчас перевожу описание. Вы имеете грязные волосы, некогда вам пойти в душ. И Клоран вам предлагает решение данной проблемы. Решение данной проблемы – данный шампунь. Первое мое впечатление, не впечатление, первое о том, что я подумала в душ, что я как раз таки хожу и очень нравятся грязные волосы. Но потом я подумала, слона-то ты не приметила, милая моя. Я месяц в июль, каждый июль провожу в археологической партии. И душ у нас поход. Когда очень сыро, холодно, неприятно, еще как-то сам обмоешься, а волосы, знаете, иногда мыть совершенно не хочется. Что это вечер, уже устал, потом придется, если палатка мокрая, если сыро, дождь, грязь, и еще с мокрыми волосами спать. Небольшое удовольствие. Как раз это, видимо, скорее всего, то, что мне надо. Вот, решила, если понравится, закажу полную, куплю полную версию. И еще другим насоветую, потому что провожу июль со студентами и наверняка пригодится. Также я подумала, так как этот шампунь сделан во Франции, возможно ли его купить в Бельгии? Да, наверное, возможно, раз эта коробочка распространяется в Бельгии. Ну и так, смотрим интернет. Итак, нашла я этот продукт в Бельгии. Можно заказать на сайте PharmaClick по Bio или PharmaBio. В принципе, можно найти. И вот он, данный продукт. То есть это аптечный. Заказать фарма — это аптечный продукт. Данный продукт. Здесь даже с небольшой скидочкой. 10%, я как поняла, вы можете зайти в аптеку и заказать, и также со скидкой этот продукт. Также очень-очень понравилось, что это аптечный продукт, потому что доверять свои волосы сухому шампуню, неизвестно где сделанному, то есть купленному в супермаркете, как-то не хочется. Да. Скорее всего, этот продукт, от которого сначала была в ужасе, особенно после прочтения аннотации, скорее всего, он мне очень-очень пригодится. Ну, и себе куплю, если что, и другим насоветую, если будет хорошо. Тем более, мне он очень-очень нужен в месяце июля. Четвертый.